Затянувшаяся зима порядком надоела, да и долгий карантин, видимо, тоже. Жители Щелково по гуляниям соскучились, по веселью да по общению. И отличным поводом прогуляться на свежем воздухе да повеселиться от души стала широкая масленица. Разрешите от имени главы городского округа Щелково Андрея Алексеевича Булгакова поздравить вас с широкой масленицей. Мы очень рады вас сегодня видеть на территории нашего парка культуры и отдыха. После ограничительных мероприятий это первое большое и массовое мероприятие. По традиции провожали зиму весело, с различными песнями, плясками и другими развлечениями. И блины поедали, и в потешных конкурсах участвовали, и на упряжках катались, и на каруселях. В общем, веселились от души. Вот и на масленичный столб, конечно, полезли самые разгоряченные да отважные. За это получили подарки. Как вам сегодня обстановка, атмосфера, чувствуете? Народу много, да. Конечно. Здорово, да, хоть погулять можно, там праздник какой-то отметить. А с чем он у вас ассоциируется? Приходом весны, наконец-таки зима отступит, высветит теплое солнышко. А какие традиции масленичные знаете? Печь блины, еще, ну, солнце часто выходит. Большую вот эту вот штуку. На столб, да? Да. Так, ну а главное, эта традиция какая? Веселиться. А еще? Сжигание самой масленицы. Да. Прощай, масленица! Прощай, масленица! Самым ожидаемым моментом стало, конечно, сжигание чучела масленицы, что символизирует уход зимы и приход долгожданной весны. Надеемся, что теперь уже она точно придет. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.